Виктор из Магад С. Гуарда. Спасибо большое за донат. Братство Бобра, Король Бобров. Между прочим, мне про эту группу еще упоминали те достопочтенные господа, к которым я в Санкт-Петербург ездил на первый в истории корпоратив группы Говнида. Вот, то есть они такие, а знаешь Братство Бобра? Типа, ну, тоже просто упоминали о них, и говорю, да-да-да, мне вот, типа, клипчик заказывал, значит, мой подписос, где, типа, там, чел на кладбище флексит, они такие, да-да-да, знаем вот это. Пан Йоу... Господи, это не... Это Пан Йоуген! Ах ты! Понадусёровый коклашвайн, значит, тут меня троллят. Пан Йоуген! Я думаю, блин, какой-то Пен Яухен, что это за хрень вообще, что за никнейм такой обосранный? Это Пан Яухен. Пан Яухен, это... Есть для тебя отличная работа. Пеструн повешать на ворота, понял? И это, дело есть. Хер сварился, будешь есть. Все, смотрим. Троллина вонючая кидает на ту донатку, где нельзя скипнуть. Хотя, вот теперь я понял, может он туда донатит, потому что только там в гривнах можно кидать. Побереги гривны-то сейчас, ты чё? Я это тебе как калюжный говорю. А то отсылаешь в путинскую Россию. Я ж пойду в магазине, потрачу все. А бабка там пойдет, потом купит этим дебилизованным что-нибудь. Так, ладно, извиняюсь. Кирилл Ахимович, приветствую. Люди истребляют наш лес у бобров, но не... Вот, блин, что можно сказать про Братство Бобра? Что, типа, да, это тоже такой вот камеди, power metal, у них даже больше похоже на арию, наверное, чем у Говниды. Вот, но, блин, я не знаю, вот я в Говниде все равно стараюсь сделать, чтобы... Сам музыкальный материал, вот нас, хоть он и повторяется бесконечно, хоть там много вот именно ради шутки вставленных абсолютно одинаковых моментов, то есть это вот во-о-о-о, типа коричневый аккорд, какие-то рифы повторяются, соляки повторяются и так далее, и так далее, и так далее. Платежи суммируются? Нет, единоразовым донатом 5 сатык. Это у меня всегда, то есть любой даже самый противный черт, но типа в качестве извинений 5 сатык, кидаешь ссылку на свой аккаунт, типа я разбаниваю. Такие правила. Но при этом он, типа, если будет срать что-то в чате, он же сразу снова получит бан. И как бы схема поэтому работает бесконечно. То есть если человек как бы осознал, так сказать, свое его негодяйство, ну вот я такое правило придумал. Иногда кто-то пользуется, да, но редко. Так вот, да. У них просто как будто ария, ну, чуть так похуже, потупее немножко записанная. Ну, и, понятно, есть там тексты какие-то, рафляночки, еще что-то. Вот. В Говниде я стараюсь сделать, типа, вот, чтобы все равно, как материал, насколько это вообще возможно в этом бесконечно тупом жанре, чтобы это было как-то поприкольнее слушать. А тут просто, типа... То есть это, ну, прям уж слишком... Вот не хватает этой вкусности, все равно, то есть, как бы, чтобы... Я люблю, когда камеди-музыка именно как музыка тоже сделана хорошо. Поэтому респектую там Безня, Валентин Стрыкало, там Ник Черников и так далее. Так, кончилась одна. Дашка забыла свой, к сожалению. Ну ничего, ей два в дорожку. Ой, я этого не говорил вам. Зараза. Быстро грядет, палатин собирает орду. Твои
надпись, чтобы было понятно, куда ваши деньги пойдут. Всегда готов прийти на помощь, трудный час, король Бобров. С древних времен он защищает нас. Обойдется. Древний король. Я себе заберу. Вечный герой. Пан Яохен. Пупе. Или может это у нас из Беларуси? Пан. Вообще пан, типа, по-моему, в Украине так называют, да, типа, паны кто-нибудь там. В Беларуси, насколько мне известно, не обращаются к человеку пан. Но это, возможно, я не шарю, просто не знаю. В России обращаются как бы панк просто вот сразу. Панк Моисей, как бы. Я это передам лучше хозяйке квартиры своей. Вот, а также копим мне на слуховой аппарат 40 тысяч нужно. На перевозку кабины 10 примерно. Так что вот. Блин, знаете что? Я хочу прям, чтобы это видно было сейчас. Ну, песня такая, ну блин, ну сорян, да, что я, может, немножко мало все равно уделяю этому внимание, ну, что-то, ну, блин. Как бы прикольненько, но... Ну, типа хз. Вот нет такого, что прям... Что это по кайфу слушать просто как музыку. Но в целом забавно, да, то есть, как бы... Вот ребята там клипы снимают какие-то с этими прям с рыцарями, то есть кекают достаточно весело. Вот. Но... Хочется вот прям, чтобы вообще, чтобы, ну, типа, вот как ты врубаешь, например, Dragon Force, да, то есть ты понимаешь, что, ну, конечно, это тупой текст, допустим, достаточно примитивная там по гармониям музыка, еще что-то, но, типа, это там вот Fight Through the Light и так далее, да, это, конечно, не камеди-музыка, но все равно, как бы, даже от камеди-музыки все равно вот хочется вот что-то такого, чтобы врубил и прям вот это вот, да, там, типа, где там это вступление. Вот это вот. С этого дерьма. И вот когда ты и прешься, и понимаешь, что это бред, вот это создает самый охренительный именно и комический эффект, и все на свете. То есть вот там вот это вот, да, типа. Или даже вот это сведение, ладно, пускай. Все, это прям нормальное музло. Как этот... Все, и дальше там про жопу, смешной голос, вот это все уже, то есть другие эффекты. То есть, чтобы это звучало, вот, кстати, референс для «Сожми кольцо» сейчас, кто не знал, вот. Типа, ну, в принципе, референс, да. Что там? Чуть помедленнее она, кстати, даже играется. И вот про это вот представьте, типа... Жопа, жопа, вот такое должно быть, чтобы это была крутая музыка все равно. Где там этот? Блин, как будто в старой версии, кстати, лучше они это играли. То есть и тут запись получше, но... Вот это, наверное, старое. И там... становится
становится супер эпично. А тут, допустим, вот включишь «Братство бобра», «Лягушки» и «Сатана», вот песня, там, не знаю, ну типа. Тут что-то какой-то такой инструментал. Их слышен свирепо. Ну, как музыка, понимаете, это все. То есть она тот эффект не создает. Все равно, то есть эффект просто русского рока такого. Вот, ну, желаю, собственно, в этом плане успехов. Такие дела.